Привет, Илья. Константин, привет. Илья, ну, собственно, расскажи, пожалуйста, ты у нас проходил 9-й тренинг директологов, правильно? Расскажи вообще, как познакомился с моим творчеством, если это можно так назвать, да, с моими тренингами. Почему тебя, вообще, что тебя побудило пойти на 9-й тренинг директологов? Ну, дело было так. Я очень давно интересовался и занимался в том числе настройкой контекстной рекламы. Я здесь считал где-то, по-моему, это было с 2000, может быть, 5-го года или что. Ну, что-то это было вообще просто очень-очень давно-давно. Я очень успешно однажды настроил рекламную кампанию для одной оптовой ниши, в которой все говорили, что не пойдет, а я где-то раздобыл курсы, настроил, и все просто удивительно сработало. Потом был какой-то довольно большой перерыв, и снова возник вопрос о том, что нужно настроить рекламу. Я начал в интернете искать какие-то об этом видео, как-то угораздило пройти бизнес-молодость, в которой, ну, как-то было не очень все понятно. Но как А тогда... если не секрет, то в каком году проходил этот курс? Ну, у Ну, них. может, в 13-м. Но когда вот стоял вопрос о том, что вот нужно вот прям вот сесть и настроить рекламу, я вот искал какие-то ролики в интернете, прямо буквально с первых твоих видео, которые я увидел, я понял, что ты очень здорово все рассказываешь, это все доходчиво, и это вот прям вот, ну, прям вот сидишь и делаешь, и реально у тебя получается рекламная кампания. Это просто взорвало тогда мой мозг, я настроил первые кампании, они очень здорово работали, и я прям очень плотненько подсел на все твои видео, смотрел их, и в какой-то момент понял, что пора действительно пройти тренинг директологов. Я попал в 9-й поток, очень этому рад, очень много там всего настроил. Ну, собственно, вот такой путь я прошел до настройки. И вот сейчас что-то мониторю какие-то видео, которые есть. И, ну вот, видео Константина Горбунова, они самые информативные, самые понятные, без там всякой какой-то воды и очень умных вещей, и там все только по делу. Потому что какие-то другие видео, которые я смотрел, они что-то вообще какая-то вода, просто было вообще все непонятно. А здесь по этим видосикам я раз-раз-раз все сделал. Даже какие-то появлялись вопросы после того, как я их увидел в видео, думал, вот, точно это мне нужно. Хобана там раз сделал, и это было очень классно. Вот. Понял, тебя услышал. Ну, собственно, ты у нас как раз прошел тренинг директологов 9. Скажи, пожалуйста, ну, хоть и прошло, в принципе, уже довольно много времени, прошло уже месяца 4, правильно, если я не путаю? Ну, в принципе, да. Какие основные моменты, давай прям разобьем по Яндекс.Директу, по Google AdWords, ну и по другим темам, ты для себя обнаружил какие-то новые, абсолютно какие-то новые изыскания, такие правила для себя? Ну, в процессе прохождения тренинга я довольно много для себя подчеркивал, ну, буквально на каждом занятии что-то новое я для себя открывал, то, что буквально прямо в те же дни я сразу же, пока проходил этот тренинг, настраивал, по-моему, около 2 или 3 компаний рекламных, сразу же там приходили какие-то результаты, вот, и то есть, ну, в процессе работы все это срабатывало, ну, основное, конечно, это вот методология настройки, это подход к настройке рекламы вот именно таким образом, что там, ну, взял, сел и сделал вот все по порядку, как ты преподаешь. То есть вот основное это вот это, то есть то, как это можно сделать пошагово, это можно сделать там, ну, довольно быстро, и это можно сделать оптимально, чтобы это работало очень четко. Вот, то есть вот это, наверное, основное, то есть это такая собранность информации, что, допустим, если нужно там настроить Google, там взяли видосик, посмотрели Дрынского, настроили. Там, если мы настраиваем там директ так-то, так-то, то вот мы используем то-то, то-то, то-то и настраиваем. То есть, ну вот так, то есть это пошагово. И, конечно же, ну, наверное, для меня было одним из главных открытий на этом тренинге то, что ты очень много уделял внимания расчету бюджета, вот прогнозированию. То есть до того, как вообще залазить там в кей-коллекторы и что-то какие-то ключи искать, нужно вообще посмотреть, в принципе, целесообразно это или нет, и для какой вообще темы, и как, и когда. И вот это очень ценно. Ну, конечно, там какие-то уроки по лендингам, по вот таким остальным моментам. В целом вообще по маркетингу, по... Ну, у тебя просто такие они комплексные получаются, Кость. То есть там не просто как настроить директ, вообще может как жить в жизни, там как лендосы делать, как вообще к бизнесу подходить. И очень-очень-очень полезная многогранная информация, что слушаешь про одно и узнаешь еще кучу всего остального. То, что актуально, востребовано и то, в чем есть интерес. Ну, собственно, спасибо большое за теплые слова. Я все равно хочу еще заметить, что ты один из тех немногих, все равно даже тебя отчасти порекомендую, потому что ты один из тех немногих, которые
закрепились у нас как ну, нештатный или не знаю, как правильно сказать, в общем, один из директологов компании вот этой вот, тем не менее. Вот, за это тебе тоже отдельно спасибо, потому что ты отчасти нас спасаешь тем, что ты нам настраиваешь рекламные кампании очень даже качественно. Но это, кстати, и отчасти показатель как раз самого тренинга директологов. За это отдельное спасибо. Скажи, вот расскажи, пожалуйста, немножко про... вот раз уж ты у нас чуть-чуть работаешь, расскажи вообще, нравится тебе у нас работать или нет? И ну, как тебе вообще взаимоотношения с компанией Monster Context? Я скажу, что работать очень нравилось, и когда я в разных видео где-то там краем уха слышал там о том, что кто вы там, с кем вы там работаете, мне все время это было очень интересно, хотелось как-то вместе сотрудничать, но я думал, ну как же тут я тут смогу там что-то как-то там, но всегда как-то вот какая-то вот такая завеса таинственности и интереса в том числе. Но то, что я для себя открыл, вот первую работу, мне работать очень нравится, это очень интересно, я прям вдохновляюсь и работаю прям по полной. То есть я сейчас, ну вот и благодаря этой твоим видео, и благодаря моему куратору, с кем я все время на связи, с кем я работаю. Ну, ты можешь сказать в открытую, так что. Да-да, мы вот с Екатериной работаем. Она, собственно, она как раз является тем человеком, который вот именно способствует тому, чтобы компания настраивалась настолько вообще идеально и супер-пупер классно, что это... Это просто какой-то космический космос. И вот я, наверное, вот за вот эти месяцы совместной работы научился настраивать компании, ну, может быть, за несколько часов, может, как-то за несколько дней собирать какие-то массивы информации, на которые у меня раньше уходило, ну, может быть, несколько месяцев. То есть я какие-то компании там собирал там несколько месяцев, я там то одно делал, то другое. И то, конечно, как все это было там, ну, кривенько так. А сейчас, ну, очень-очень... ребята в компании Monster Context суперски разбираются в контекстной рекламе. И... Ну, ты уже тоже, в принципе, разбираешься очень даже... Да, благодаря, но я все еще учусь, многому чему есть научиться. Но в целом, да, в целом работа интересная, работа очень нравится, высокие профессионалы работают в этой компании, и я рад, что я с ней сотрудничаю, я с ней работаю. И короче, вот я бы вот сейчас, вот даже когда работаю, я бы вот понимаешь, что вот я бы заказал бы даже, если бы я бы заказывал бы раньше, прям вот точно. То есть я понимаю, что это действительно стоит того. Давай в конце подытожим. Ты все-таки прошел 9-й тренинг директологов и пойдешь на 10-й. Ну, да, я прошел тренинг директологов 9-й, я очень хочу пойти на 10-й. Кому порекомендуешь пойти на 10-й тренинг директологов? Ну, на самом деле я всем рекомендую, с кем... У меня заходит разговор о контекстной рекламе или о чем-то еще, это все время звучит, я все время, ну, сообщаю, что вот есть вот такие темы, там, так или иначе, что вот здесь можно этому научиться. То есть я тут много людей так-то уже направил. Но я все время этим занимаюсь, но сообщаю то, о чем мне нравится, то, чем я занимаюсь. Хорошо. Смотри, такой немножко другой вопрос задам, ну, немножко, может, не скромный. Вот скажи, у тебя вот, ты же опытный у нас был, ну, не то что директолог, ну, в любом случае специалист контекстной рекламы. Скажи, у тебя количество клиентов, ну, вот, кроме тех компаний, которые ты настраиваешь в Monster Context, я уверен, что это не только ты нам все-таки настраиваешь, ты настраиваешь и ребятам, которые к тебе напрямую обращаются. Количество выросло рекламных кампаний, которые ты делаешь? Ну, или количество заказчиков, если так можно выразиться. Ну, как, наверное, сейчас с заказчиками я себя гораздо поувереннее чувствую, имея такой базис и понимание, как что делать нужно. Ну, наверное, сейчас больше я работаю над качеством тех компаний, которые уже есть. Вот, я ну, пообщался. Ты все-таки у нас занимаешься и в том числе ведением рекламных кампаний. Да, да, да. Вот ведение, это, конечно, это вообще самое-самое ценное. Вот даже вот ради этого стоит вообще пойти. Если даже вы умеете настраивать, чисто вот из-за ведения, вот точно надо сходить. Вот, но пока я не делаю себе такую активную рекламу, что вот я тут директолог, мне пока очень нравится устраивать, что я работаю в компании Monster Context. Вот. Но есть люди, да, есть те, кто меня знают, те, кто обращаются. Вот, ну, мы работаем и нормалек вообще. И, ну, естественно, они как бы отчасти... Ну, я понял тебя. Ну, собственно, спасибо большое, Илья, тебе за теплый отзыв. Будем продолжать с тобой дальше работать в рамках компании Monster Context. Ну и, конечно же, welcome на тренинг директологов 10.
Да, Кость, спасибо тебе огромное за те знания, которые ты даешь, возможности, которые ты предоставляешь, и за вообще классные видосики, побольше качественного контекста, Спасибо. контента, монстра контекста. В общем, да. Всем привет. Ну, да, большое спасибо. Будем дальше общаться. Спасибо.